Дорогие мои зрители, продолжаем прогулочку по тропе здоровья. Вот для тиктоковских моих зрителей я хочу рассказать, что я сейчас гуляю по острову Бейбитчелик. Остров Полковничий назывался в 19 веке. В городе Семея есть река Иртыш. Она раздваивается, и посредине есть остров, земля, лес на этом острове. И долгое время это все было дикое место, несколько, городу нашему там 300 лет, и вот гарнизон был тут. В общем, на этот остров как бы никто не ездил, мостов не было. На лодке иногда офицеры могли на пикник приехать, но это было очень редко, и они ничего не портили, а просто, ну, просто восхищались, в дневниках писали там своих, что вот такой чудесный остров, огромные тополя, огромные высоченные деревья, черемуха растет дикая, видимо-невидимо, а потом не только черемуха, малина дикая, лесная малина и ежевики много было. И вот над этими верхушками деревьев, деревья были очень высокие, выше, чем вот эти сейчас, кружились орлы. В общем, как-то так вот. Вот, дорогие друзья, такая вот была история этого острова. Потом, когда построили мост в 20 веке при советской власти, с обеих сторон здесь построили мост через Семипалатинку. Мы сейчас по нему пойдем. И мост был понтонный через Иртыш из левобережной части города на остров. И тут уже, конечно же, появились тоже проезжающих много было. Здесь парк был построен. Вот здесь вот где-то был парк такой аттракционов. Я помню, такие самолеты из фанеры летали вокруг своей оси, вверх-вниз. Мы с братом ходили. Вот. А потом еще на пикник тоже уже стали простой народ приезжать. Ну и черемуху обрывали. И, в общем, все это пришло, в общем, все исчезло. То, что украшало необычно этот остров. Но остались деревья высокие. Но, говорят, и здесь недавно пилили, убирали старые деревья. Просто я читала в интернете. Посмотрите, как красиво, здорово. Теперь здесь можно гулять, построили такую дорожку, построили, как накатали, и можно приезжать сюда. Так и делают некоторые люди, вот, приезжают на машинах и здесь ходят, бегают, в общем, и дышат свежим воздухом. Вот мы сейчас подошли к такой, к ступенечкам, к этим, я поднимусь наверх.